Сегодня последний день сдачи биометрических данных перед выборами в парламент. Граждане, желающие проголосовать на выборах 4 октября, могут успеть пройти биометрическую регистрацию до 18 часов. Как ранее сообщал первый вице-премьер-министр Таербек Сарпашев, после выборов с 5 октября прием биометрических данных возобновится. Перерыв в приеме данных он объяснил тем, что операторы, которые принимали биометрические данные, будут привлечены для уточнения списков избирателей, а 4 октября будут работать на избирательных участках. Напомню, проголосовать на предстоящих выборах без биометрической регистрации невозможно.